и воронок. В селе, разрушенном дотла, стоит, зажмурившись ребенок, последний гражданин села, испуганный котенок белый, обломки печки и трубы. И это все, что уцелело от прежней жизни до избы. Стоит белоголовый Петя и плачет, как старик без слез. 3 года прожил он на свете, а что узнал и перенес. Не выпускай, боец, винтовки, пока не отомстишь врагу за кровь, пролитую в поповке, и за ребенка на снегу.